Как сделать самому БАДы? Вот, например, мята, да? Сосудорасширяющая, успокаивающая, там, пищеварение улучшающая, все дела, штучка, растюшка. Я ее высушила, куст целиком, и сами листочки там, стебелечки, в общем, смолола на кофемолочке. Сейчас я просею, это не просеянная через ситечко, и будет такой мелкодисперсный порошочек. Я его так глотаю, всяко добавляю там в коктейли, в зеленые, везде, куда можно только, да, когда мне нужно. А можно их упаковать, кто-то любит капсулками. Вот капсулка, продаются такие капсулки или там из-под чего-то взять капсулки, из-под каких-то своих пилюлек там, и просто туда насыпать, она же открывается, насыпать вот это вот. И можно из крапивы сделать, из мяты, из любой зелени, вообще из любистка. Вот есть такое средство, более сухого, очень дорогие, они как бы крутые считаются, там вообще просто любисток на основе, ну там много еще чего. Вот можно любую зелень так измолоть, таким образом сделать.